У нас единение нации происходит на футбольных матчах международных. Вот там как раз есть единение нации. На хоккейных. И страна радуется, страна в эйфории, когда наши побеждают. И это здорово, конечно. Но мне кажется, национальная идея... Я очень много занимаюсь детским творчеством. У меня и книги детские есть, и коллектив у нас называется «Зеленые фуражки». Там дети пограничников. Замечательные дети. Вот сейчас я отправил их в Орленок. 20 человек нам подарили 20 бесплатных путевок. Они там выступают, они там мои авторские концерты устраивают, поют мои детские песенки. Счастливые. Я думаю, что национальная идея должна, так сказать, быть обращена к детям, к воспитанию детского поколения. Если мы воспитаем настоящих, честных, мужественных, светлых, оптимистов, талантливых, то и будет страна такая. Понимаете? Вот, а иначе, ну что, такая идея, давайте там соберем всех умных людей, давайте изобретем что-нибудь, давайте объединим, давайте придумаем гимн новый. Нет, мне кажется, так.